правильно делать дуа. Кто-то, например, подходит и начинает сразу просить Аллаха Субханаху: «О Аллах, дай мне это, дай мне это, дай мне это». Например, кто-то просит основное что-то такое, может быть, на что-то хочет сделать акцент в своем дуа. У кого-то ребенок больной, и он просит: «Я Аллах Субханаху, дай моему ребенку счета». У кого-то, например, там экзамены, поступление в университет: «О Аллах Субханаху Тааля, дай мне возможность хорошо сдать экзамены, поступить в университет». Основной дуа он акцент делает на это. Кто-то попросил это, то, все, потом, и все, не знает дальше, что просить. После этого он оставляет дуа и не знает, как просить Аллаха Субханаху Тааля. А как же просил наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям? Как делал дуа любимый посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, знал, как попросить Аллаха. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, знал, как подойти к Аллаху Субхану ва Тааля. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, знал ключи к истиджабе. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, знал, как, где есть ключи для того, чтобы Аллах Субхану ва Тааля ответил на его дуа. В хадисе, который говорится в достоверном хадисе про судный день, когда наступит йом аль-кияма, и все люди побегут каждому пророку шафа'а, попросить шафа'а, чтобы он за них был заступником. Субхану, представляете, вот сейчас сколько здесь мусульман, сколько здесь паломников? Субхану, 4, 5, 6 миллионов паломников собираются в одно время, в одном месте. А судный день, сколько будет людей? Поэтому хадж каким-то образом тебе напоминает о судном дне. Судный день, люди все вместе соберутся в махшарлах. Все люди вместе. Здесь только мусульмане собираются. Часть мусульман, так скажем, вместо 1.5-2 миллиарда мусульман, 3-4 миллиона мусульман только здесь. А в судный день соберутся со времен Адама, алейхиссалям, до последнего человека, который проживет на этой дуне, и верующие, и неверующие, и мусульмане, и умамы сабита, и те общины, которые были до нас. Община Иса, алейхиссалям, община Муса, алейхиссалям, община Адама, Харун, Яхья, все общины вместе соберутся, все люди вместе соберутся. Люди и джинны, и тогда каждый будет искать того, кто сможет заступиться за него перед Аллахом Субхану ва Тааля. Подобно как, например, в этой жизни бывает, человеку, например, назначили там какой-то срок, перед тем, как суд еще не вынес приговор, родственники ищут, как же подойти вы, как же правильно, чтобы поменьше дали срок там в тюрьме, или как бы через кого можно найти, или где-то его засудили, или как выйти на этого судью, как найти этого адвоката и так далее. Ищет шафаа, ищет человека, заступника. И так в судный день будут искать люди заступника, кто же заступится перед Аллахом Субхану ва Тааля. Придут к Адаму, алейхиссалям, люди побегут к Адаму, алейхиссалям, и попросят заступничество. Адам, алейхиссалям, скажет: «Нафси, нафси, о Аллах Субхану, спаси меня, спаси меня». Это не игрушка, это не обычный день, это йом аль-кияма, йом аль-кияма, судный день. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Йом яджалю лиль-вилдани шиба». Судный день, когда дети посидеют от страха перед Аллахом Субхану ва Тааля. Судный день, тадау куллю зати хамлин хамлаха. Каждая беременная женщина родит от страха перед Аллахом Субхану ва Тааля. Каждая мурдиа, каждая кормящая мама забудет о своем ребенке накормить его. То есть, Субхану, судный день, Йом аль-Азим, великий день, Йом аль-Ахир, последний день. Поэтому уляма, ученые говорят, почему так называется Йом аль-Ахир, почему называется как последний день, судный день, потому что не будет после этого дня другого какого-то дня, похожего на этот день. Последний день, судный день, великий день, и каждый будет искать заступку. Адам, алейхиссалям, скажет: «Аллах, спаси меня», за себя будет просить. После этого: «Идхабу иля Нух, фа иннаху аввалу русул». Идите к Нуху, алейхиссалям, он первый из посланников. Придут к Нуху, алейхиссалям, скажут: «Я Нух, ишфа'алана, шафи'алана». «О Нух, сделай, будь за нас заступником». Нух, алейхиссалям, сказал: «Радби нафси». «О мой Господь, спаси меня». Идите к этому пророку. Другому пророку будут направлять. Идите к Ибрахиму, алейхиссалям, Абу-л-Анбия, к отцу пророка. Ибрахим, алейхиссалям, за себя будет просить: «Рабби нафси, спаси меня, я Рабби». Субхан Аллах, люди не знают, куда бежать. Аллах Субхану Тааля описывает в этот день людей, «Кааннахум джараду мунташир». Эти люди будут подобны насекомым, которые будут бегать по этой земле. Не знают, куда бежать. Побегут Муса, алейхиссалям. Муса, алейхиссалям, скажет: «Рабби нафси, нафси, о Аллах, спаси меня, спаси меня». «Идхабу иля Иса». Пойдите к Иса, алейхиссалям. Иса, алейхиссалям. Придут все люди к Иса. Будь за нас заступником. Иса, алейхиссалям, сказал: «Рабби нафси». Субханаллах.
Аллах Субхана ва Тааля, спаси меня, спаси меня, дай мне, меня спаси. Идхабу иля Мухаммаду. Идите к Мухаммаду. Идите к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, а-на-на, я знаю, как попросить Аллаха Субхана ва Тааля. Посмотрите, здесь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обучил нас на фатиха иджаба, ключи к ответу. А-на-на, я знаю, как попросить. Фа-ати. فَأَسْجُدُ تَحْتَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ. Я приду и сделаю земной поклон под троном Аллаха, под троном милости Аллаха Субхана ва Тааля. И какой будет ответ? فَأَسْجُدُ تَحْتَ عَرْشِ فَأَحْمَدُ بِمَحَمَدِيَ عَلَّمَنِيَ. И я буду его восхвалять теми восхвалениями, которыми он меня научил, обучил. Аллах Субхана ва Тааля его восхваляет, братья. Аллах любит Субхана ва Тааля, когда его возвеличивают, когда его восхваляют. Я буду восхвалять теми восхвалениями, которые он меня обучил. Какой будет джалат? Я Мухаммад кум, ирфа' расак, сал ту'афа, шафи'ту шафа'. Мухаммад, встань, подними голову, проси, я тебе отвечу, будь заступником, и ты будешь заступником. Субханаллах, здесь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обучил нас, как просить Аллаха, субхана ва тааля. Более великий день суда, он придет, сделает, каждый пророк будет за себя просить. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, я знаю, как просить. Я знаю, как просить Аллаха субхана ва тааля. Я сделаю земной поклон, я буду его восхвалять восхвалением, которое он меня обучил. И Аллах субхана ва тааля скажет, вставай, подними голову, проси, я тебе дам, будь заступником, ты будешь заступником. То есть, субханаллах, как в этой жизни, например, человек подходит к какому-то человеку из какой-то просьбы, такому же махлюку, как он, такому же творению, как и он не начинает сразу с просьбы. Он вначале его благодарит за какие-то его предыдущие до этого дела, благодарит его, напоминает ему те хорошие дела, которые он сделал до этого, потом только, может быть, задает свой вопрос. Поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям так нас обучил, как Аллах любит, когда его восхваляют. Адам алейхиссалям, когда Аллах субхана ва тааля показал, аллама Адам аль-асмаа куллаха, Аллах субхана ва тааля обучил всему Адаму алейхиссалям и показал ему то, что среди людей будут верующие и неверующие, среди людей будут грешники и праведные, заблудшие, и те, кто нашли прямой путь, богатые, бедные. Тогда Адам алейхиссалям спросил Аллаха субхана ва тааля: "Рабби лав сауйта байна ибади?" О мой Господь, почему ты всех не сделал одинаковыми? Почему ты всех не сделал верующими, например? Или почему ты всех не сделал богатыми? Почему люди все разные? На что Аллах субхана ва тааля ответил: "Я Адам, инни ухиббу ан ухмад. Я Адам, я люблю, когда меня благодарят. Я люблю, когда меня восхваляют". Поэтому, субханаллах, так как Аллах субханаллах любит тех людей, которые восхваляют Аллах, Аллах субханаллах не любит неблагодарных людей. Хотя неблагодарство людей ничем не навредит Аллаху субханаллах. Как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе Кудси, قال الله عز وجل, Аллах субханаллах сказал: "Я عبادي, انكم لم تبلغوا ضري فتضروني". Вы никогда не сможете мне ничем не навредить. وإنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. Вы никогда мне не сможете ничем помочь. Я عبادي. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كان على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من الملك شيئا. Если первый человек из вас, люди, джинны, все были бы грешниками, тем самым бы они мою власть ни на чуточку бы не уменьшили. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. Если также есть первый человек из вас, последний человек из вас, люди, джинны, все будут богобоязненными, тем самым они мою власть не увеличат. Я عبادي إنما هي أعمالكم. О мои рабы, поистине ваша жизнь – это ваши дела. Ухсиха лакум, тумма уфиха илейкум, которые я для вас же собираю, потом в судный день перед вами покажу. Тамен ваджада хайран фали ахмадиллах. Тот, кто свои дела заставил благими, пусть благодарит Аллаха субхану ва тааля. Вамен ваджада гайра залик, фала ялуманна илля нафса. А если кто-то свои дела в судный день заставит благими, пусть он никого не обвиняет, кроме как самого себя. Аллах субхану ва тааля в Коране говорит: "Ва ма фанамнахум, валакин кану анфусахум язлимун". Поистине, я никогда никого не притесняю, люди сами себя притесняют. Поэтому, субхану, завтрашний день, уважаемые братья, йом аль-дуа. Вначале мы восхваляем Аллаха субхану ва тааля. Мы поднимаем руки к Аллаху субхану ва тааля и вспоминаем все милости, которые Аллах субхану ва тааля нам дал. Говорим, лака аль-хамд, я Рабби, тебе благодарим, о я Аллах, истишаа. И в этот момент мы должны чувствовать то, что мы говорим. Когда мы говорим, лака аль-хамд, бил-ислам, мы благодарим тебя за ислам,
в этот момент мы вспоминаем и смотрим то, что сейчас я мог бы быть не мусульманином. Я мог бы находиться, например, аляду билля, в каком-то месте, где поклоняются идолам. Например, в Таиланде поклоняются там одному идолу, другому и так далее. Я мог бы находиться там, но я, альхамдулилля, не там. Я сегодня в храме, мусульманин, муахид, единобожник. Лека альхамду бил ислам, я тебя благодарю за ислам. Лека альхамду бил иман, я тебя благодарю за веру, я Рабби. Аллах субхана в Коране говорит: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Сказали бедуины пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям: вы уверовали? Аллах субхана ва тааля: скажи, вы не уверовали. Скажи, вы только покорились, только приняли ислам. А вот когда иман, вера проникнет в ваши сердца, тогда вы можете говорить, что вы уверовали. الحمد لله على نعمة الإيمان يا ربي. Я тебя благодарю, я Рабби, за милость имана, веры. الحمد لله. По зову сердец я сюда приехал. الحمد لله. По зову сердец я захотел совершить хадж. الحمد لله. В моем сердце есть иман, любовь по отношению к тебе. الحمد لله. Я благодарю тебя за эту милость. Не забирай ее от меня. Я тебя благодарю. لك الحمد بالإيمان. سبحان الله. Я мог бы, моем сердце не могло быть. Мое сердце могло бы жить без имана, фил куфр, в неверии. Но я, альхамдулилля, верующий человек. Альхамдулилля, благодарю тебя за это. Аллах любит, мои братья любимые, когда мы говорим, о, вспоминаем вот эти ни'ам, вот эти милости, о них думаем, размышляем и благодарим. Аллах любит, субхана ва тааля. Лека альхамду бил иман, лека альхамду бил Куран. Благодарю тебя за Куран, ты послал нам Куран, руководство наше. سبحان الله إذا بنبغى نقول قوس القرآن كم بلغ لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالمال والأهل والمعافى تبقى بالدريوزة سيوت تبقى بالدريوزة مشي في كتورة دوار تبقى بالدريوزة عافية за все милости, которые ты мне даровал, я тебя благодарю, субхану ва тааля. У меня есть дом, у меня есть глаза, у меня есть две руки, у меня есть уши, у меня есть разум, у меня есть ноги. Это все вспоминать вот эти ни'ам, которые Аллах субхану ва тааля нам дал, и благодарить Аллаха субхану ва тааля. Благодарим, благодарим. Валлахи, братья мои любимые, если даже все время, весь тело наше состояние на Арафате уйдет только на благодарство Аллаху субхану ва тааля, аля шукри ва ни'ма, аля шукри ни'ма, за то, что мы будем говорить альхамдулилля, альхамдулилля, альхамдулилля. И даже если вдруг, иншаллах, мы дуа сделаем, даже если человек не успеет что-то попросить, но только все время будет благодарить, валлахи, этого даже будет достаточно. Почему? Потому что ты подойдешь к двери Аллаха субхану ва тааля, постучишься в его абваб, в его двери через то, что любит он. قدمت ما يحب الله على ما تحبه انت. Ты сделал первое для себя, более высшее для себя, то, что любит Аллах, нежели то, что любишь ты сам. Если ты, альхамдулилля, будешь делать то, что любит Аллах субхана ва тааля, подойдешь к Аллаху субхана ва тааля правильно через то, что любит он, والله سبحانه وتعالى даст тебе то, что любишь ты. И Аллах алейхи бима фи судур. Аллах знает то, что в сердцах. Аллах субхана ва тааля знает то, что в сердцах. Аллах субхана ва тааля знает, что мы любим. Аллах субхана ва тааля знает, что мы хотим. Аллах субхана ва тааля знает, что нам нужно. Поэтому мы восхваляем Аллаха субхана ва тааля. Восхваляем Аллаха субхана ва тааля. Восхваляем Аллаха субхана ва тааля. Задумываемся о тех милостях, которые даровал нам Аллах субхана ва тааля. Также делаем салават пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Делаем салават за пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям.